Сегодня наше главное внимание летним олимпийским видам спорта. Тем более, что практически все чемпионаты мира 2019 года завершены, и выводы по их результатам можно делать вполне конкретно. И что мы имеем в копилке наград? В этом году на мировых первенствах белорусские спортсмены завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь 8 медалей, в том числе 2 золотые. И большинство в гребле на байдарках и каноэ. Более-менее стабильно на протяжении последних лет выступают представители современного пятиборья. Но это только 2 комплекта медалей на Олимпиаде. А остальные? Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика. Вот я назвал виды спорта. Скажите, а здесь чего не хватает? Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая. У тяжелоатлетов 1 серебро, у борцов 1 бронза. И это те виды, победы в которых еще относительно недавно были визитной карточкой белорусского спорта. Отдельная тема – игровые командные виды спорта, которые искренне любят и поддерживают наши болельщики. Для вас в стране созданы прекрасные условия, тратятся немалые средства, а отдачи нет, нет результата, одни обещания. В отдельных видах даже тенденций к прогрессу не наблюдается. Практически ничего не слышно о волейболистах и ватерполистах. С приходом голландского тренера определенные надежды возлагались на женскую команду по хоккею на траве, но отбор в очередной раз провалили. Возможность пробиться на Олимпиаду сегодня имеет только женская баскетбольная сборная 3-3, мужская гандбольная команда и пляжный волейбол. И не рассказывайте про титулованных спортсменов. Шансы завоевать лицензию есть. Надо проявлять характер и волю к победе. И надо бороться, а не выходить в развалочку. Метать, прыгать, бегать и забрасывать шайбы, забивать голы.